Ну-ка. О, господи. Это же какой-то коридор открылся. Что за зеленые блоки? О, черт, куда он может вести? Я должен это посмотреть. Так, я думаю, что нужно вход полностью закрыть. Прям совсем-совсем. Я не хочу, чтобы мистер Барли это все дело увидел. Потому что... у меня все-таки есть до сих пор подозрение на него. Нет, я должен просто туда набраться смелости и пойти один. Или не идти. Потому что здесь, если убили людей... а может быть, это и вовсе был Мортис? То и, в принципе, это может произойти со мной. Черт, тут еще и кровавые кирпичи какие-то лежат. О, господи, мне так страшно! Ладно, ладно, я должен туда пойти. Окей, окей. Я придумал. И прежде чем я туда пойду, я включу запись видео на своем Бравлфоне. Так, все, он записывает. Окей. Бравлфон, да. Тут завал какой-то. Тут какой-то завал. Возьму его в другую руку. Всем привет. Смотрите-ка, я нашел какой-то коридор. Здесь были фиолетовые блоки, тут у нас зеленые. Стоп. Если эти фиолетовые блоки могли означать то, что это Мортис, значит, эти зеленые блоки тоже могут что-то означать, что это какой-то бравлер. О, господи. Это что вообще такое? Как они здесь находились? И почему они не выбирались наружу? Может быть, они чего-то боялись? И кто они? Ладно, я выкопаю этот завал. Я для начала посмотрю, что это такое все. Мне очень страшно. Очень страшно. Но я должен проверять. Я должен быть постоянно начеку. Просто всегда. Ладно, прежде чем я выкопаю этот завал, потому что там может быть все что угодно, я лучше сяду вот сюда и запишу влог. Прям на свой телефон. Ребята, не забывайте, пожалуйста, проявлять свою активность под этим сериалом. Ставьте лайки, пишите комментарии. А те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропускать новые видео. А те, кто подписан, жмите колокольчик, и тогда вам будут приходить оповещения о новых сериях. Ну все, приятного просмотра. Привет, дневник! Это моя первая серия. На телефон набрал фон. Я снимаю, пока не сядет зарядка. Ну а пока вроде все нормально. И, в общем, какие новости? Я попал на остров, выживаю здесь вот, нашел мистера Барли. Да, тот самый, которого уже давным-давно нет в Бравл Старсе. Но, тем не менее, он выживает здесь на острове уже 30 лет. Чё, не верите мне, да? А я вам его попозже покажу. Я сразу не догадался записывать влог на телефон. Но сейчас, в принципе, мне пришла эта идея, поэтому всем привет, еще раз ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Выложу это куда-нибудь, как только найду здесь связь. Но связи, конечно же, здесь, на этом острове нет. Где я сейчас нахожусь? Я сейчас нахожусь... в какой-то пещере. Мистер Барли говорит, что не мог сюда пробраться все это время. На него находили какие-то дикие симптомы. Тошнота, слепота. И на самом деле это и произошло со мной. Черт, мне очень страшно здесь находиться. В общем, в этой пещере мы нашли два трупа. Один лежит в гробу, другой лежит просто на цепи. Я не понимаю, кто это, но мы предположили, что это Мортис и кто-то еще, и кто, непонятно, кто их убил, я не понимаю. Ну, в общем, запись я не останавливаю, пойдемте вместе со мной, я сейчас нашел коридор, который, да-да, открывается с помощью факела, смотрите, видали? Ладно, все, давайте, до связи. Ну что, аккуратненько мне нужно выкопать завал. А что, это гениальная идея, записывать на телефон все улики. О, там чья-то комната. Чья-то... да ладно. Да ладно! Там кто-то живой есть! Там есть кто-то живой! Эй! Эй, привет, привет! Я, если что, пришел с добрыми намерениями. Я ничего плохого не желаю. Выходи, если ты здесь! Правда! Если что, у меня пистолет на всякий случай в руках. Пожалуйста, если ты есть, отзовись! Не пугай меня! Почему вся комната зеленая? Что? Стоп! Стоп! Это же... Леон! Это же дом Леона! Стоп! Это же броня Леона! Черт возьми! Обалдеть! А можно и примерить, интересно? Опа! Это броня Леона! Офигеть! Так! О, черт! И кепка Леона! Ну-ка! То есть, если ее надеть? Я стал невидимым! Обалдеть! Ребята, смотрите, что вообще происходит. Вы просто посмотрите, а? Я надеваю эту кепку, и я становлюсь невидимым. Офигеть. Так это что получается? Это что получается?
Что, где-то здесь есть Леон? Леон! Отзовись, если ты есть! Леон! Леон! Ой, нифига себе. Леон, если ты есть, пожалуйста, хоть что-нибудь. Просто можешь крикнуть, и я про... Здесь штора какая-то. Тут, кажется, никого. Леон! Ой, ой-ой-ой. Что это? Да ладно, серьезно? Это трава-невидимка. Это правда дом Леона. То есть здесь жили Леон и Мортис. В этой пещере. Обалдеть. То есть кто-то из них Леон? А кто-то из них Мортис? И они оба не выжили. Я не понимаю, мне... О, господи, как все сложно. Что за вообще детектив какой-то? Ладно, я должен здесь все осмотреть. Что у нас тут есть? Это похоже на какую-то хижину, правда, хижина Леона. Здесь он, по всей видимости, картошка гнила. Фу, какая она гнилая и вонючая. Здесь, по всей видимости, он спал. Здесь, по всей видимости, он еще и грелся. И я не знаю, тут он готовил кушать. Еще и ящики есть обычные. Что интересно здесь за зелье, бутылка какая-то. Видимо, было все очень плохо. Почему они тут прятались? Почему они тут прятались, я не понимаю. И кто их мог убить? Спокойно, Владус, спокойно. Я не знаю, можно ли было надевать его броню. Ну, почему нет? Леона же больше нет здесь. Поэтому соберу-ка я здесь все. Абсолютно все. Тут еще и лестница есть куда-то. Странно, здесь же просто земля. Он, видимо, постоянно выкапывал эту землю, ну, чтобы просто выбраться. Ну, это же логично, чтобы их здесь не спалили. Чтобы никто не знал, что они тут находятся. Но это просто невероятно. Тут щит какой-то есть. Обалдеть. Это же правда щит Леона, это же из старого Бравл Старса. Я не могу поверить своим глазам. Я столько читал про этих старых бравлеров, и тут я их нахожу вживую. Просто я их наблюдаю. Обалдеть. Правда, их нет в живых, но я могу посмотреть все то, что они тут нажили. Все то, что от них осталось. Ладно, нужно посмотреть, что есть в ящиках. Обалдеть, это же сюрикены Леона. Еще и меч Леона. Ух ты. А про то, что у него был меч, я не знал. Я знал, что у него есть сюрикены, но то, что меч... Вау, вот это старый бравл, конечно, меня удивляет. Окей. Еще и пластинка какая-то. Ну, на всякий случай возьму ее, но... Жесть, он еще и тут музыку слушал, а где, интересно? Странно, странно. Окей. Блин, а вот эти ящики не открываются. А я их заберу с собой, пускай они у меня будут. Ха, это хорошая идея. Блин, наверное, столько сюрикенов мне не надо, поэтому чуток я оставлю здесь. Я должен показать это мистеру Барли. Или не показывать, я пока что не знаю. А что если мистер Барли здесь как-то завязан? Странно. Ух ты, ух ты, это же звездные очки. Что за аура? И камень души? Что? Что это все такое? Что это может значить? Что они делают? То есть, раньше в Бравл Старсе были какие-то ауры? Ага, я все понял. Если сейчас у нас гаджеты... то раньше были ауры. Вау, это интересно. Но это всего лишь моя догадка, но... это похоже на правду на самом деле. Сюрикен и Леон, это, конечно, классная штука. Я хочу его попробовать. Ну-ка. Обалдеть, вживую просто сюрикен Леона. В новом Бравле, конечно, такого не найти. Офигеть, это клевая штука. Жаль, что Леона нет в живых. Я бы с ним познакомился. Это было бы очень клево. Мне очень страшно. Мне очень страшно. Ребята, мне на самом деле дико страшно. Я не знаю, что происходит на этом острове. Я не знаю. Я ничего не могу сказать, ничего не могу. Да я слов подобрать не могу, ребята. Я попал тупо на какой-то остров. Нашел Барли. Мы с ним нашли какую-то пещеру. Поняли, что это была пещера Мортиса и Леона. Обалдеть. Мортис и Леон. На острове. На острове, где никого нет. Где мне Барли говорит, что 30 лет никого не видел, и они жили буквально напротив него. О, черт, и кто-то их убил. Кто мог это сделать? Ладно, я думаю, мне пора возвращаться домой. Но если мистер Барли меня заметит, будет все очень плохо. В
принципе, я могу сделать вот так. И мистер Барли не узнает об этом никогда в жизни. Хотя мне интересно, что там за лестница-то была. Я придумал. Хопа! Это было ловко. И, в принципе, мистер Барли-то и об этом и не узнает, что я здесь находился. Точно. А я не скажу ему об этом. Это будет мой секрет. Пока что я должен понаблюдать над Барли. Может быть, правда, он что-то не хочет мне говорить. Может быть, правда, он что-то скрывает. Что это за лесенка? Выберу здесь. Ой. Ого. Так это же... Вот Леон-то какой, а? А что если Леон жив, и он просто выбрался и куда-то... И где-то сейчас странствует на острове? Ведь... Сейчас. Это же логично, ведь здесь все было закрыто. То есть он мог точно так же закрыться. Мортиса убили, а Леон выжил. Тогда кто там второй? Ладно, все, хватит догадок. Нужно срочно выбираться уже отсюда. Проверю, все закрыто. Можно даже завал за собой еще заделать. Ладно, мистер Барли меня может спалить. Нужно вернуться до рассвета. Аккуратно здесь все закрою. И потихонечку, помаленечку нужно выдвигаться до дома. Так-с. Ну что? Куда ты собрался? Барли?